Последнего русского императора в этом приходе почитают все. После канонизации царской семьи возле храма Знамения Пресвятой Богородицы появился малый крестильный храм во имя царя Страстотерпца Николая. День рождения государя отмечали всегда, но так масштабно впервые. Разрешите от всех вас поблагодарить отца Алексея, настоятеля Знаменского храма села Знаменское, совместно с его помощниками, которые на протяжении уже долгих лет сохраняют в наших сердцах память не только о государе-императоре, но и о всей царской семье. Празднику не помешала даже плохая погода. Под аккомпанемент дождя дети из воскресной и общеобразовательной школ выступали с литературно-музыкальной программой. Читали стихи, танцевали и пели. В Знаменском считают, что царский день – это еще одна попытка достучаться до сердец людей. Возродить в них тот имперский, русский, православный и народный дух, который был так близок Николаю Александровичу. Знать свои корни, знать свои истоки, знать о том, что такое самодержавие в России, каким оно было. И особенно все, что связано с последним императором, который называют красой, славой и красой семьи Романовых, 300 лет правивших на Руси. И сама личность государя, она, конечно, необыкновенно притягательна. Мы вспоминаем нашего царя, нашего последнего русского царя, православного царя, царя-мученика, как его называют. И при этом, с одной стороны, и радость, с другой стороны, конечно, горечь, что мы потеряли эту страну, да, и сегодня только память нам светлая остается. Но в то же время мы тем самым возрождаем эту традицию. Каждый год отмечаются вот эти царские дни. В Знаменском можно увидеть аллею памяти. Это символический авторский проект. Фотографии членов царской семьи, на которых напечатаны цитаты из их высказываний. Задумана аллея для того, чтобы приблизить лики святых, которые для нас сияют, просто озарены этим и затмевают даже этим светом ярким, чтобы приблизить их, ну, можно сказать, к зрителю, к прихожанам, которые идут в малый храм, и чтобы люди посмотрели в глаза, что это были абсолютно живые, настоящие люди со своими характерами, очень необычными, они все разные, но при этом они все светлые. Это первый праздник в рамках царских дат. Впереди дни рождения великих княжон, императрицы, праздник милосердия Белый цветок, царские чтения и самое печальное событие. Годовщина трагической гибели венценосной семьи. В этом году мы отмечаем столетие. Анна Макарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».